Здравствуйте. Укрепление здоровья – это процесс, дающий людям возможность влиять на свое самочувствие и улучшать его, прикладывая все необходимые усилия по коррекции образа жизни для повышения уровня физического и душевного благополучия. О том, какая работа в городе организована в этом направлении, расскажет нам Татьяна Скорик, начальник управления здравоохранения администрации города Хабаровск. Татьяна Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Михайловна, вы уже подвели итоги социологических исследований. Мы можем говорить о каких-то результатах? Мы подвели итоги не только социологических исследований, вообще провели анализ нашей работы за 2016 год, анализ результатов, эффективности той программы, которую мы реализовали в течение прошлого года. И нужно сказать, что 2016 год – это был годом активного вовлечения населения в здоровый образ жизни. Это различные направления – это повышение физической активности, это рациональное питание, это рациональный отдых, это профилактика различных социально обусловленных и инфекционных заболеваний. И ведь все мы прекрасно знаем, что здоровый образ жизни – это основа профилактики любых заболеваний. И основная задача, которая сегодня стоит перед администрации города, структурными подразделениями администрации города. Это сделать все возможное для того, чтобы население города Хабаровска было здоровым, чтобы качество жизни повышалось, чтобы продолжительность жизни у нас росла. А какие наиболее эффективные мероприятия были проведены за прошлый год? За прошлый год очень высокую эффективность дали мероприятия, которые были направлены на повышение физической активности, на мотивацию именно ведения здорового образа жизни в этом направлении. У нас в течение года было открыто 20 площадок для проведения зарядок. Это и открытые площадки на открытом воздухе, на свежем воздухе, и площадки в закрытых помещениях, это на базе торговых центров, различных предприятий, организаций. И нужно сказать, что количество вот этих зарядок у нас возросло почти в 20 раз. У нас количество зарядок проведено 39, а количество участников возросло до 2700. То есть это постоянные участники, которые занимались у нас зарядкой. Кроме этого, у нас была открыта фитнес-тренировка, которая проводилась еженедельно по субботам для молодежи. Это зумба. То есть тоже большое количество население, в общем-то, приходили на эти мероприятия. И нужно сказать, что уровень повышения физической активности, конечно же, возрос. И большое значение в работе по профилактике, конечно же, является профилактика социально обусловленных и инфекционных заболеваний. И мы в прошлом году активно содействовали и помогали медицинским учреждениям в организации, вовлечения населения к проведению диспансеризации, вакцинации, флюорографии. То есть это все профилактические меры, которые позволяют на ранних этапах выявить заболевание и своевременно начать лечение. Конечно же, большое количество информационных материалов шло у нас через средства массовой информации, различные абсолютно. Большое количество материалов размещено на нашем сайте, на других информационных ресурсах. То есть проводились мероприятия, в большей степени акцент делали на молодежную и детскую среду, потому что очень многие вредные привычки, которые, к огромному сожалению, имеют наши жители города, они начинают с детского возраста. И поэтому сегодня большое внимание именно этим вопросам уделялось. Это и работа в образовательных учреждениях, это работа в оздоровительных лагерях. Весь летний период мы работали в загородных лагерях с привлечением или с приглашением для работы специалистов из различных краевых и федеральных медицинских учреждений по профилактике наркомании, алкоголизма, токсикомании и так далее. То есть эти направления были у нас основными. Татьяна Михайловна, международное сотрудничество, какая работа в этом направлении ведется? Международное сотрудничество, у нас проводится и с городами-побратимами, это Харбин, город Харбин, и с городом Пучон, клиника Сэджон. То есть у нас в основном в двух направлениях сейчас осуществляется взаимодействие. Это по взаимодействию с клиникой Сэджон, это организация работы по оперативному лечению детей с врожденными пороками сердца в Южной Корее. И
направление по развитию технологий здорового образа жизни – это взаимодействие со специалистами города Харбина. Вот в 2016 году один из руководителей управления здравоохранения приезжал к нам на конференцию и с докладом делился опытом внедрения массовых зарядок вот, в Китае. И действительно опыт очень интересный. И ну, вот интересно то, что вот эти все задачи решаются на правительственном уровне. И им несколько полегче их внедрять в массы и вот, работать по этому направлению. Но администрация города имеет тоже цель и задачи эту работу расширить, развивать. И, конечно же, чтобы больше населения понимало значимость здорового образа жизни. Ну и тогда последний вопрос о планах на 2017 год. Ну, в 2017 году мы хотим продолжить, естественно, те мероприятия, которые у нас, в общем-то, утверждены нашей программой сохранения и укрепления здоровья населения. И хотим несколько расширить вот эти направления. Больший акцент сделать на СУЗы и ВУЗы. И у нас грантовый проект, который планируется в 2017 году. Он планируется именно вот для подготовки организаторов здорового образа жизни вот для, в СУЗах и ВУЗах. Потому что ну, проблемы есть с молодежью, я имею в виду по здоровью, по вредным привычкам, которые, в общем-то, есть, к огромному сожалению, у нашей молодежи. Поэтому мы вот в этом направлении планируем работать. Планируем работать с молодыми семьями, чтобы в молодой семье меньше рождалось больных детей. И вот хотим методическую такую информационную работу провести с участием ЗАГСов. Я думаю, что нас в этой работе тоже поддержат. Татьяна Михайловна, спасибо за подробную информацию и что пришли к нам в студию. До свидания. До свидания. Напомню, в студии у нас была Татьяна Скорик, начальник управления здравоохранения администрации города Хабаровска. Хорошего вам дня и до встречи на нашем канале.